Вот с чего начинается мое утро. Я просыпаюсь. Судя по шарикам, мы устроили небольшую вечеринку. И я спала, вот как вы видите, вот в такой вот оранжевой футболке. Вот. И возникает вопрос, почему я спала одетая? Мы тогда очень сильно повеселились, что у меня даже не осталось сил переодеться. Поэтому я легла так, заправляю постель и делаю, и иду делать все утренние дела. Джесси очень странно себя каждое утро ведет, а я сейчас в зале, если кто не знает. Я сейчас отсюда иду в зал, сейчас вы узнаете зачем. Я смотрю, что есть здесь, проверяю песочек, а если вы видите сейчас время 11 часов, это неправильное время. Сейчас 9 часов. И как вы думаете, на что я все время оглядываюсь? Пишите в комментариях, но не на камеру. Дальше я иду на кухню. Все, что меня порадует утром, это кефир. Каждое утро я пью кефир. Мне очень нравится кефир, потому что он утром хороший. Время уже 12. Много. Несмотря на то, что так много времени, я смотрю YouTube, разные видео из YouTube и пью чай после обеда, когда я пообедала. Но если мое утро, как бы, то я покажу вам его, ну, не совсем утро. Да. А какое же утро без Рафаэла? Ну, давай же уже. Берем Рафаэла. Вон у нас их сколько. Многие из вас сейчас, наверное, удивятся, но я монтирую видео, чтобы потом мне осталось больше времени на игру. Закончила. А всем пока. Не забудьте поставить лайк. Вот. Нажать на колокольчик и всякие такие штуки. Вот, все ссылки в описании. Всем пока-пока!